Всем привет, дорогие друзья, с вами Фландри, и сегодня я продолжаю проходить Far Cry Primal. В прошлой серии мы, так сказать, убили сестер огня для Да. Вот, разобрались и... Да, Винджа. Вот, и в конце серии, я так сказать, я заметил, что здесь вот у нас появился Уркий Мыслитель. Неужто он сюда переехал? Ты посмотри, реально, иди твою мать. Здорово! Да-да, чего? Здорово! Не понял, мать. Умный ты смотреть! Урки много Винджа найти. Урки здесь оставаться. Дом строить. И ты оставаться. С урки Винджа. Мы же тату, братья. Фига себе ты, урки. О, кстати, рука дальше, серьезно. Навык дали. Три навыка. Давайте, ладно, подкопим. Давайте посмотрим, что у нас по поводу. Да, а. Сейчас, так сказать. Здорово. Чё ты? Да, сильный боец. Только У сильнее. И ты убивать Уа. Спокойно. Ты сильный, мягкокровный. Я крепкокровный. Огонь в черепе приносить медленную смерть. Такар. Убивать, да. Нет, ты чё, не надо, алё? Братан, не надо? Не надо? Ё-моё. Братан, зачем ты так с ним? Он ж был за нас. Ну, ё-моё. Минус один. Так сказать, удам. Правильно, как памятник. Свободно идти. В позапрошлой серии Уа. Сейчас этого. Япона мать, что творится-то? Все. Теперь больше Да с нами нету. Ладно, пошлите сегодня, так сказать, захватим один аванпост. А, нет, ладно, пошли сразу на Форт Огненного Крика. Почему бы и нет? Так сказать, посмотрим, что это из себя представляет. Здрасте, рука дальше. Тут откуда, так сказать. То Far Cry последнее время начал подлагивать, не знаю почему так. У нас еще 500 метров. Ладно, побежали, так сказать. Посмотрим. Япона, мать. Так, ну понятно. Свои пока что. Так, тиграм, привет. Вот, правильно, пошел нафиг отсюда. Здорово, еще один тигри. Вот этого вот. Спокойно.
Здорово, Мишка. Да вот это вот держи. Япона мать. Ты рано так-то. Пораньше надо было, понимаешь? Ладно, хоть. Ты чё, мамонт? Так, ну-ка вот этого вот, товарища. А я пока шкуру с мамонта соберу. Ё-моё. Так, ладно. Главное, чтобы он опять не вернулся. Ё-моё, это что было? Здорово, тигре! Этот гад все-таки вернулся. Ладно. Мишка, мой друг, самый славный мой Мишка. Так, ладно, нам что, 400 метров еще? Ё-моё. Шагать и шагать. Волки бегают, ё-моё. Урки. Так, все, южный клен мы уже не собираем, так сказать. Только если редкий. Опа, стопе. Вот этого товарища я знаю. Вот этого товарища я понял. Это какой-то редкий, да, собака? Да-да-да. Спокойно. Редкий полосатый волк приручен. Вот, пожалуйста, ну-ка. Япона мать. Теперь у нас почти все есть, да? Неуязвим к огню. Сила больше, чем у белого волка, нифига. Как у льва. Белого, ну-ка. Ой, ты мой хороший. Полосатик такой, ладно. Хватит там ссать, как обычно. Так, Мишка ходит. Еще один Мишка ходит. Что-то понять ничего не могу. Что за место медведи тут? Медвежьи места какие-то. Понял? А, понял. Спокойно. Так, все, это мы тоже уже не собираем. Так, тут 200 метров, да, осталось? Листов-то красных, ё-моё, просто. Не, меня этот орел задрал. А, он решил улететь все-таки, ну ладно. Здорово, Мишка. Мой друг, самый славный, мой Мишка. Тихо мне тут. Не надо. Я сейчас что-то ничего не понял. С этими медведями, с этими орлами. Которые делают, что хотят. Так, господа. Хорошо. Так сказать. Осмотримся. Так, вот, значит, колотилка ихняя. Так, вот этого гада надо будет снять первым делом.
Этих тоже, в принципе, надо бы попробовать потом снять. Там, видимо, вождь сидит. А, нет, ваша сова слишком спокойна. А я не сделал, да? Ладно, держи. Ладно, так уж и быть. А этого вот так вот. Чтоб лишний шум не под... Все-таки гады заметили, ты посмотри, а. Где там? О, я понял. Все, колотилку сделали. Так, спокойно. Братан, быстрее, быстрее. Вот этого вот. Вот этого вот теперь. Вот, вот это я понимаю, сила. Пусть бегут, бегите, бегите. Пацаны, я только за. У меня тут сверху хорошо, никого нет. Так, ну подожди. 20 секунд, Сава, да? Вот этого вот. Так, я что-то не понял. Я что-то не понял сейчас. Так, господа, вы что-то, по-моему, перепутали, нет? Ну-ка, дай-ка им просраться. Вот этого вот. Спокойно. Серьезно, да? Так, господа, лови. Блин, хедшот почти был. Братан, хедшот. Ё-моё. Так, ладно, давай-ка это. Все, в принципе. Возродим, если что, ничего страшного. Да сдохни уже. Все, гады, я барсука. Нет. Я Винни-Пуха. Ой, пацаны, давай я смотрю, молодцы такие. Ой! Красава, пацаны. Вы тоже ловите. Вот этого сейчас долбанем, чтобы это... Ё-моё. Братан, ты тоже хочешь? Да ты посмотри, мой хороший. На! Братан, все для тебя. Мне не жалко. Кто там еще? Где главный товарищ-то у нас? Так, Винни-Пух. 6 листов красных, ё-моё. Посмотрим, кто кого. Ты... Кто там такой орёт-то? А, вон главный. Вот гад, а. Сейчас мы ему устроим. Сейчас мы ему устроим. Сейчас. Ты посмотри, а то, а. Что творится-то? Давай, 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 давай. Сейчас я ему и понамать. Покажу, где раки зимуют. Ничего, 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 ничего. На! Че, серьезно, все-таки далеко слишком. Ты че? Я тебя, блин, сейчас.
Так, спокойно. Так, ладно. Хорошо. Так, хорошо. Так, и чё они так стоят там? Ладно, хорошо. Давайте спускаться, так сказать. Молодца. Просто вот молодца. Пыль южного камня уже собирать не надо. Так, это чё? Нет, ты посмотри все-таки, а? У меня уже у Такара вон руки в дерьме. Сейчас я, япона мать, тебе покажу, где раки зимуют. Сейчас я подлечу. Повыше, еще повыше. Я сейчас подлечу, не беспокойся, братан. Сейчас я секунду. Тебе хватит, так сказать. Втроем стоят, ты посмотри, а? Сейчас. Кого там целитесь-то? Один бедный провалился. Ты посмотри, а? Держи. О, успели. Рушание. Япона мать. Так, ну минус два там есть, я надеюсь. Ну-ка, вот смотри-ка. Еще выше, что ли, взять? Чё ты там прыгаешь? Ты посмотри, от удовольствия уже прыгать начал. Ух ты, попал, что ли? Тихо ты. Не видишь, выцеливаю. Да япона мать. Да на. Все, задрал. Пошли. Им хватит, блять. Сейчас мы им покажем, где раки зимуют. Форт огненного крика. Так. Здорово. Че, вышел все-таки? Сейчас у меня. Ух ты, япона мать. Так, не-не-не, братан. Не надо тут мне. Так, я понял. Надо убирать. Все, капец тебе, братан. Вот тебе капец. Нет, нет. Это на крайний случай. Вот этого вот. Вот этот в первую очередь пусть идет. Так, здесь наши, да? Наши пусть бегут. Вот этого вот возьми. Там такой умный. Серьезно? Пацаны, да вы что-то это... Уходите, товарищи! Я его уведу, если что, пацаны. Ну-ка, давай-ка. Не трогай их! Не трогай... Я япона мать, ты задрал. Где мой двойной лук? Нет, ты посмотри, а? Да подожди. Сейчас тебе мать твою дам. Я понял. Спокойно.
пацаны, вы меня задрали. Нет, ты посмотри, они все кидаются и кидаются. Вы что, охренели совсем, собаки? Нет, ты посмотри, а. И вообще насрать. Не надо поджигать, у нас древесины и так нет. Тебе, блин, сейчас... Гад, все, все, тебе кабздец, братан. Сейчас я до твоих этих доберусь. Тебе кабздец, братан. Просто кабздец. Все, пацаны, вам капец. Один есть. Че, второй еще жив? Да ладно. Да ладно, я говорю. Да ты... Хватит жить там уже. Да ты охренел. Ты, блин... Братан! Ты чё? Япона мать! Так, где этот? Этот там где? О, а этот я тут смотрю развлекается. Япона мать! Так, это не здесь, да? Сумка сзади, да, где-то? Ну ладно. Сейчас, подожди, братан. Сейчас я сумку у тебя возьму. И живи как жил. Так, подожди. А, ну давай. Давай. Спокойно. О. Ну иди сюда, иди. Иди сюда, братан. Ну-ка. Ты чё, братан? Да ты хватит! Ох ты, я понял. Это была сдача. Конкретная сдача. Братан, подожди. Тебе еще рано, так сказать. Где эта сумка? Скажите мне, где сумка? Так, главное, чтобы меня тут не зажал. Братан, где сумка, я не пойму. Где твоя долбаная сумка? Где она? Она провалилась, серьезно? Братан, ты меня задрал. Где ты? Вот смотри, как с улом будет, смотри. Нет, подожди. Братан, ты... До свидания. Ну, с ним потяжелее было, чем с тем. Да. На нафиг. Чё, всё, обосрался? Не трогать! Ты говорить на языке Винджа? Да! Я научу тебя обычаям Изила. Обычаям дочери солнца Изила. Батареи. Солнцеходы сжигать Винджа. Теперь я убивать солнцехода. Огненная бомба! Я учить Винджа делать огненную бомбу. Ты делать... Как ты говорить? Оружие! Ты научи делать огненную бомбу. Теперь ты идти. Идти? Твои Винджа приходить ко мне. И ты идти к Винджа. Ну, сейчас посмотрим, кто кого. Так сказать. С одним разобрали, сейчас с этим будем разбираться. Одного жалко, тебя пока нет. Совсем охренели. Ну, веди его. Все. Какой зверь здесь жить?
вредители Зива. Я не зверь. Я несу вам оружие. Огненная бомба. Я помню это солнцеход. Ты ждать? Я не могу дышать здесь. Ты все здесь можешь и ссать, и жрать, и что там еще? Не мочь он, ты посмотри, а? Новый мастер, Рушани из Зива поселился в ваши три. Поселился? Ну давай. Чего тебе? Твой волк-шаман мочится на меня. Правильно. Ты освободить меня? Я твой друг, Винджа. Это тебя уберечь от волка-шамана. Ты ждать? У меня секреты. У Изила семена, чтобы растить еду. Наши охотники гонятся за семенами. Доказать силу, у ты украсть семена и делать еду для многих Винджа. Хороший секрет, но ты остаться в клетке. Ты ждать! Японам, а теперь еще твои тут, да? Все прихоти исполнять, да? Семена солнца. Смотри мне тут. Мочиться на него. Ну ничего уж, потерпишь. Так, о! Средняя сложность, пожалуйста. Украдить семена у Изила пока не заняты. О, и недалеко, считай. Вот здесь, конечно, зона вражеская у нас. Но ничего. По краешку мы здесь обходим их. Потихонечку, помаленечку. Так, ну давайте... А, подождите, изготовление, что-то могу сделать. Огненную бомбу, давай. Хорош. Так, три навыка у нас есть, что-то. Уменьшает урон, получаем от огня. Опять навыков. Ё-моё. Серия убийств. Знаток зверей. Так, не пропадают со временем. Отметки не пропадают со временем. Ваша сова также способна отмечать зверей. Так, давай возьмем, наверное. Значительно снижает шум производим при ходьбе или беге. О, давай. Сейчас вообще буду ходить, фиг кто увидит. Так. Больше. Больше ресурсов. Давай. Почему бы и нет? Плюс один житель на 130. Здорово. Брат. Звери сражаться за тебя. Это нести страх людям, удам. Ты хорошо сражаться, брать. Я учить тебя быстрее менять оружие. Майда. Так, все, давай это. Майда, уже рассвет. Ты куда там пошел? А, ты так, что ли, просто? Посмотреть, так сказать. Так, ну давайте тогда на этом закончим, как обычно в нашей деревне. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте активность в этих двух группах, добавляйте меня, друзья, в Дискорде, ВКонтакте. Также заходите в группу наших спонсоров, Хочешь на Королевстве и Королевстве Никичаева, старик наш сидит. Там вы сможете круто поиграть в разные игры, там очень крутой комьюнити, отзывчивая администрация, которая поможет вам решить все ваши проблемы с участниками, если они вдруг возникнут, хотя вряд ли. Вот, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также заходите, вот еще раз повторю, в нашу группу спонсоров. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.